Привет! Сегодня я расскажу, как я рисую пушистика. Я подобрал картинку енота, вот с ней будем работать. Для начала я ее отредактирую в программе CorelDRAW. Заблокирую картинку и отключу этот слой. Рисовать будем поверх картинки. Поэтому делаю активный слой с направляющим. Что это дает? Это дает удобство. Тени получаются голубенькие, светящиеся. Тени теряются на картинке. И даже если вы нечаянно сольете плашку, то заливка не будет видна. И картинка будет хорошо просматриваться. Сначала делаем общий контур области, которую мы будем рисовать. Сразу пытаемся придать ей лохматость и зальем получившуюся плашку черным цветом. Скопировали ее, вставили на другую страницу. Получили такую кляксу. Теперь начнем прорисовывать белые пятна, глаза, нос, пряди белых областей шерсти. Присматриваясь к картинке, следим за направлениями прядей. Я обычно беру за центр нос и от носа радиально провожу пряди. Как видите, я строю рисунок чисто интуитивно, рисую подходящую по форме плашку. Но соблюдаю ее направление от носа. Вот, пожалуй, все, что я хотел показать. Детализировать рисунок можно еще долго, но урок закончился. Задавайте вопросы, постараюсь ответить видеоуроками. Всем спасибо. До новых встреч.